добирались сутки, эвакуационный поезд, и вот только-только зашли, и стоят волонтеры, очень замечательные, доброжелательные люди. И нам сказали, что вот надо для собак. Я, честно, я сейчас расплачусь. Я не ожидала. Спасибо вам большое. Я так переживала, потому что без них бы я никуда не поехала. Не для меня, как мы едем. Спасибо вам большое, что вы так относитесь в такое время. Настолько я не ожидала, что есть такой прием. И что вы правда. Я благодарна. Я тут я выпущу сейчас. Если беременна. И вот я их буквально через неделю или через 10 дней рожать. И мы уже потихоньку возили с ней, как, я не знаю, как с перышком. Вот. И ждем. Девочки нам учат, вот волонтеры нам сказали, учили нам всю сумку, переноску, корм, водичку, все, что необходимо. Поэтому, девочки, еще раз низкий поклон.